You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. Молодец прекрасный. Что ты тихо, где ненастный? Где ты был? И что нашел? За невестой он пришел. Ну-ка, господа, бутерброд, ну бутерброд. Уже проканутый бы съемы. Я не видел. И вещица есть одна, без нее ведь никуда. Ванька, паспорт покупай. И деньги брату-то давай. Ты че, а про любовь не говори. И чтоб никто не сомневался, ты в любви своей признайся. Крикни громко, не то я. Таня, я люблю тебя. Я люблю тебя! Вот тебе кувшин с водой. Положи по золотой. Как вода через край польется, так удача улыбнется. Долго с Таней ты гулял и, конечно, целовал. А теперь найди скорее губы миленькой своей. Твоя невеста чужого слова. Это буквосочетание. Это аббревиатура. Ты должен их расшифровать. А расшифровка их – это то, какое обещание ты даешь невесте. И сейчас мы проверим, совпадают ли твои ожидания с ожиданиями невесты. За каждую ошибку. Ну или за каждое то, что нам не понравится. Как ты их расшифруешь? 100 рублей.
вечер. Болтинник, Рузик и Зефирка и нам подсказки. Видишь, этот раз. Положи мне его сейчас. Ни козленка, ни ягненка, ни худого поросенка. Для невесты положи, что ей нужно для души. Таня, я люблю тебя! Милые дети, напутствую вас в новую жизнь. Желаем вам семейного счастья и благополучия. Живите во имя добра и любви. Благословляем вас на счастливый брак и на крепкую семью. Мы рады приветствовать вас и ваших гостей в большом торжественном зале Дворца бракосочетания городского округа Самара. И вам, Татьяна, судьба подарила вам удачу встретиться в этом огромном мире и полюбить друг друга. Именно волшебство любви соединяет человеческие судьбы воедино, наполняя влюбленные сердца райским ароматом радости и счастья. Вы создаете свой особенный мир, и это такое сильное. С этого мгновения вы пойдете по жизненному пути вместе. Прошу ответить вас, является ли ваше решение стать супругами взаимным и добровольным? Прошу ответить вас, Иван. Да. Ваше предательство. Да. Ваше обоюдное согласие прошу подтвердить подписями в записи акта о заключении брака. I'm in a foreign state. My thoughts, they slip away. My words are leaving me. They call me never play. Because I thought of you. Just from the thought of you. Живите хорошо, размножайтесь, чтобы внуки были, ну и все, типа, больше.
хотим поздравить вас с началом вашей семейной жизни. Пожелать всего самого-самого наилучшего. И преподнести вам самый главный символ достатка в вашей семье – свадебный каравай. Пусть он сохранит в ваших сердцах тепло, он сохранит для вас. Сейчас вы должны отломить или откусить, посолить, последний раз досолить друг другу. Попробуем. Площадке. Так сказать, подадим пример всем остальным. Итак, ноги приготовили. Двигаться будут только ноги. Сейчас только тело. Девчонкам проще гораздо, потому что они умеют показывать вот эту вот пластику. Парням будет сложнее, но тем не менее, ноги оставляем, только тело танцует. Пластику покажем, дорогие друзья. Давайте поехали, пластика. Не делай так часто, хорошо? То у тебя девушки еще не будет года полтора. Татьяна Гиба, поздравляем вас с законным браком. Счастья вам, любви, любви, еще раз любви, мирного неба и здоровых, красивых детей. Вы сегодня вступаете в новую жизнь, в семью. И продолжайте себя так же вести, как и встречались. Друг друга уважать, любить. Вы дружные между собой связи.
поэтому живите счастливо. Дорогие наши дети, Валюша и Татьяна, от всей души, от всего сердца хотим вас поздравить с началом новой жизни. Сегодня соединились две жизни, две судьбы. Это великое счастье. И хочется вам пожелать на пороге вашей семейной жизни любите друг друга, цените, уважайте. Ты семьянином стал, сынок. А был когда-то просто сыном. И этот жизненный виток всегда будет беспрежним в твоей жизни. Жену носи в руках, чтоб огонек блестел в глазах. Дети, живите лишь в согласии, искрясь своим семейным счастьем. Счастья вам, любви, добра, теплоты. Сохраняйте свой семейный уют и свой очаг. Через несколько мгновений мы официально узнаем, кто появится первый. Народное гадание никогда никого не обманывало. Так, ты, друг мой, соответственно, на девочку собираешь. На девочку. Екатерина, вы на кого собираете? Правильно. Вот и договорились. Итак, все готовы, дорогие друзья? Готовы? Так, я не слышу самый веселый стол. Считаем и узнаем. Итак, 3-1, вперед, хватит, бегу. Меня зовут Антон Несмелов, и я ведущий на свадьбе твоих родителей. У нас все так классно, все танцуют, веселятся, но когда вспоминают себя, немножечко становится грустно, но грустно по-хорошему, потому что очень скоро появишься и познакомишься с этими очаровательными ребятами, которые сегодня пришли поздравить твоих родителей. Сейчас я тебя с ними познакомлю. Пойдем скорее со мной. Конечно, сначала я познакомлю тебя с твоими бабушкой и дедушкой. Вот тут вот они сидят. Посмотри на них. Они улыбаются. Они сегодня танцевали, веселились и, кстати говоря, обещали дарить тебе каждый день подарки. Тут уже кричит твой дядя, он тоже самый веселый. Сегодня плясал, поздравлял твоих родителей. Но сейчас я познакомлю тебя с твоей прапрабабушкой. Идем скорее сюда. Вон она сидит. Смотри, как она улыбается. И у нее сегодня еще и день рождения. Да-да-да, она тоже обещала тебе дарить подарки, веселиться с тобой и играть. А рядом с ней находятся еще одни бабушка и дедушка.
Посмотри на них. Пойдем дальше со мной. Я тебя познакомлю уже с твоим таким брутальным дядей, который постоянно кричит, перебивает ведущего. Но тем не менее, я знаю его очень давно. Он вот такой парень. Пойдем, я тебе его покажу. При этом, при всем, он не один. Он с твоей тетей. Пошли скорее сюда. Посмотри на них, вот они какие. Да-да-да, это твой дядя Дима. Еще на сегодняшний праздник пришли те самые развеселые друзья твоих родителей. Пойдем со мной, я тебе их покажу. Вот сидит Димка Болегатов и его свита. Это один из самых веселых столов. Причем не только сегодня, а вообще. Это еще не все гости. Пойдем скорее со мной. Здесь сидит самый серьезный мужик, с которым ты тоже познакомишься потом. Вон он. Но сейчас посмотри, у него скупая мужская слеза покатилась по щеке. Да-да-да, он тоже тебя очень сильно ждет. А это самые веселые девчонки-хохотушки. Девчонки, помашите. У нас есть еще очень много гостей. Это тоже друзья твоих родителей. Посмотри на них. Они сейчас немножечко разволновались, но они тоже очень сильно тебя ждут. А теперь я познакомлю тебя с твоими родителями. Пойдем скорее со мной. Вот они сидят. Посмотри, какие они классные. Сегодня день рождения их семьи. Это твой папа, это твоя мама. Ты не представляешь, как они тебя ждут. А теперь я познакомлю тебя со всеми гостями. Гости, покажите себя! Ну что ж, малыш, на самом деле у нас все очень весело, невероятно классно. Я надеюсь, когда ты подрастешь, ты почаще будешь появляться на таких веселых мероприятиях. И, конечно же, твою свадьбу я проведу тоже. Пока-пока, увидимся, до скорых встреч! Спасибо нашим родителям. Если бы не Ванин родители его так не воспитали, я бы, естественно, наверное, на него даже не посмотрела. Он прекрасен, да. Моим родителям огромное спасибо за мамину поддержку, которая нам которая мне оказала, да, вот именно в организации свадьбы. Меня успокаивала, все лежало именно на ней, потому что я никакой организации на себе не несла в основном. Огромное спасибо вам, родители. Ну, спасибо всем, кто здесь собрался, друзьям, всем друзьям, родственникам. Родителям отдельное большое спасибо. Мы вас очень любим. Сильно. В принципе, да. Мы вас любим!